Я как человек употребляющий периодически. Единственное, что я употребляю из нехорошести, то есть ни алкоголя, ни никотина я не употребляю, мат я потребляю. Я считаю, что, вы знаете, сейчас появилась масса такого, что вот фильмы, которые были сняты в определенный период, когда мат разрешили, сейчас запикиваются, затюкиваются. Я понимаю, что иногда это полезно, но некий колорит все-таки ушел. Я считаю, что все-таки он возможен. Просто, наверное, это дело родителей отчасти, следить за своими детьми. А потом, я сейчас гуляю, у меня ребенок родился, я гуляю с коляской. Давайте запретим лучше мат на детских площадках. Потому что, ну, такое количество мата, которое происходит от родителей, которые гуляют с детьми, и в адрес детей. Я бы сейчас сказал, но вы меня запикаете. Ты, куда ты пошел в эту песочницу, понимаешь? А в интернете, ну, он все равно будет. Но это право общаться людей. Ну, может быть, мне нравится так общаться, может, тебе нравится так общаться. Но почему? Я не понимаю. Я считаю, что это некое ограничение. Все-таки за детьми должны следить родители. И нет, но есть еще комната этого самого, детская комната милиции. А, ну сейчас полиция, да? Ну, в принципе, это одно и то же. Но детская комната милиции есть. И вот эти тетеньки, дяденьки, они должны, естественно, они проводить должны работу с теми родителями, которые разрешают детям. Но дети, честно говоря, их больше интересует порнуха, нежели мат в интернете.